Я все же желаю, чтобы вам не приходилось делать вид, что у вас на сердце покоя, чтобы этот покой действительно у вас на душе был. А если его нет, значит, время сменить маршрут. Если пусто в душе, значит, время сменить маршрут. Запиши в голове разборчиво, без чернил. Если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит, ты его заслужил. Сколько б не было лет душою, будь молодым и не думай, когда и где будет твой финал нелюбящих тебя. Спокойно отдай другим отражение, ищи в душе, а не у зеркал. Если дом опустел, не бойся покинуть дом. Если город не тот, решайся и двигай прочь. Если ленишься, ты все даст и тебе с трудом, и никто и ничем не сможет тебе помочь. Если враг у тебя, врагу пожелай добра. Каждой мелочи в жизни всегда будь открыт и рад. Если прочь уйти, то значит тебе пора, и не смей никогда с упреком смотреть назад. И не бойся искать, такие свое найдут, и не бойся терять на это ни лет, ни сил. Ведь если любят тебя, обязательно подождут. Если счастье придет, значит, ты его заслужил. А я абсолютно уверена, что каждый из вас заслуживает самого настоящего счастья. Я искренне вам его желаю. Будьте счастливы!